Вот совсем подошли. Я этот уже начал забор тут ломать. Я этому дал столько, сколько. Ну сколько у меня тут хлеба с собой? Я же специально им. На. Ну, что ты хочешь? Лошадка. Лошадка. Как тебя зовут? Смотри, какой наряд у тебя. Молодец. Вот ревнует, наверное. А что ревнует? Мы же два кобеля. Сейчас как даст копыта мне по ковшу. Ладно, иди уже, действительно, не нервируй меня. Ну что, заходи в гости ко мне. Заходи давай, сюда, через заднюю дверь. Заходи, иди сюда, иди. Иди, не бойся. Ну не бойся, что ты. Тот вон уже забор ломает. Иди ко мне. Иди. Я к тебе выйду. Иди сюда. Что? Хочешь спросить, что это такое? Что ты сюда приехал, да? Выставил тут, да? Видишь? Ну? Лошадка, иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Не бойся. Иди ко мне. Я тебя боюсь больше, чем ты меня. Хлеба, ну сколько у меня там, несколько кусков было. Не бойся. Да, ну, чужой, да? Чужой, да. Да, лучше иди. Иди давай лучше. Конюшню вот не можем им никак. Ни окна, ни двери еще не поставлены. Ну, это да, хлеб какой-то был вкусный, наверное. Ну сколько у меня, 4 или 5 кусочков было. Накидал. Все, тот пошел. Тот понял, что хлеба больше не будет. Пошли оба, ладно, все.